Судебным приставам удалось взыскать задолженность по заработной плате работникам акционерного общества «Оскольские дороги». Долг достиг 2 миллионов 672 тысяч рублей. Деньги нашлись лишь после того, как приставы наложили арест на асфальтоукладчик, принадлежащий компании, и выставили спецтехнику на продажу. На стадии проведения торгов задолженность сотрудникам по зарплате руководство предприятия выплатило в полном объеме.